Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить The White Door. День 7. Так, что нас ждет за дверью? Открываем. Ого. Здесь, я так понимаю, теперь черная душа, да, на этом месте? Но я цветной. Это первый раз такое. Red, green. А, типа, что из этого красное, что из этого зеленое? Ну, я думаю, что вот это похоже на вишню. Это, наверное, красное. Это пусть будет здесь. Это похоже на помидор. Тоже пусть будет здесь. Так, это зеленое. Это то ли огурец? Похоже на огурец. Пусть будет тут. Это брокколи. Они по-любому зеленые. Это груша. Она тоже зеленая. Что такое это? Я не понимаю. Красное? А, это, видимо, мясо. Ну ладно, пусть будет мясо. Что теперь? А, я это ем? Хорошо. Пусть так. О, было очень вкусно. Окно почему-то вздрогнуло. Смотрите, это окрасилось в цветное. Почему ты вздрогнула окно? О, птичка, привет. И почему-то одна часть цветная. Странно. Так, что у нас здесь? О, смотрите, тоже закрашивается. Навевает воспоминания. Какие? Смотрите, и вторая стала цветным часть в окне. Блин, прикольно. Я так понимаю, теперь мне надо все закрасить. А что у нас здесь надо закрасить? Быть может, надо кого-то вызвать на осмотр? О, точно. Здорово. Сол. Здесь ничего не поменялось у нас, правильно я понимаю? О, так сегодня 20 число. Я что, выхожу за дверь? Я могу выйти? Так я оттуда только пришел, кстати говоря. Смысл мне выходить? Ладно. А что у нас здесь? Мне надо помыть себя? Мне надо себя разукрасить. Еще одна часть стала цветной. Слушайте, здорово. Водица. Так, это надо смыть. Кстати, моча всегда была цветной в этой игре. Я на это обращал внимание. Так, это никак не активно. Оу. Это надо раскрасить. Здорово. Подожди-ка. Здесь пусто. Так. 13 августа 1972 года я, Роберт Хилл, выражаю согласие на то, чтобы меня поместили в учреждение ментального здоровья «Белая дверь». Подпись клиента отметьте, если вы готовы. Да, было такое, я это подписывал. Я вспомнил. Ладно. Хорошо. Здесь наша карточка и монетка, да? Ага. The past is never dead. Прошлое никогда не умирает. Переводится эта надпись, которая на монетке. Ладно, хорошо. Растение? Ну, тут ничего не поменялось. Судя по всему, мне надо вот это раскрасить. А как у нас птичка там выглядит, кстати говоря? Красное, голубое, коричневое. Ну, давай раскрашивать. Так, сначала это. Как это делается? Вот так? О, я рисую. Прикольно. У нас еще и ластик есть, хорошо. Давайте аккуратненько буду рисовать. Так, вот так. Клюв, наверное, я не буду тебе обрисовывать. Отлично. Так, ну это, наверное, вот так можно сделать. Хорошо. Здорово. Так, ластик, иди-ка сюда. Могу я закрашивать?
О, точно работает. Ну все, красиво. Хорошо, потом голубой карандаш. Так, вот теперь вот тут надо аккуратненько. Эх, чуть-чуть задел. Ну да ладно. Так, лапки тоже закрашивать не буду. Так. Это я подплявлю. Подплявлю я, понятно вам? Вам понятно? Я подплявлю. Подправлю, в общем-то, другим цветом. Так, хорошо. О, черт. Блин, так некрасиво. Ладно, буду выравнивать другим карандашом. Так. Просто хочется, чтобы птичка была красивая. Ведь она у нас все это время за окном была, и это наше воспоминание все-таки. Птичка. Так, хорошо. Ой, куда я полез? Там же уже коричневая. Да, это я зря. Так, дайте мне красный цвет. Дайте, я хочу сделать красиво. Все, пойдет. Теперь вот здесь. Во, неплохо. Теперь коричневым. Так. Блин, такое умиротворяющее задание, хочу вам сказать. Я, кстати, вообще не умею рисовать. Если быть честным, я вообще не умею рисовать. Я очень плохо рисую. Красиво. Не, я не закончил. Да почему? Нет, нет. Вы не дали мне закончить рисунок. Дайте. Да почему же? Они не дали мне закончить рисунок. Тут надо стереть, тут надо коричневым докрасить. Блин, как быть? Привет. Ага. Так, как с тобой быть? Как тебя закрасить? Здесь ничего нету? По-моему, ничего. Ладно. Хорошо, тут как? Коробка. О, коробка пустая, ладно. Компьютер? Интер. Вы хотите начать тест, да? О, это просто. Так. Ошибка. Ошибка. О. Это надо закрасить все, тогда надо, наверное, вот так начать. Вот так, вниз, сюда. Блин, почему? Что не так я сделал? Сюда. А, я на крестик нажал, черт. Вверх. Влево. О, сделано. Так, хорошо, наверное, надо вот сюда пойти. Теперь сюда, сюда, сюда. Вот так, вниз, так. Это несложно, опять же, было. Хорошо. О, это надо закончить. Это надо... вот так. Ладно. Допустим, если мне это вот так вот надо будет все зарисовать. Все, я понял, вверх, влево, теперь вниз. Так, так, так. Вниз, так, так, так. О, здорово, получилось. Теперь с этим что-то надо делать? Или типа все, я закончил? Ой, не туда. Теперь вся картинка цветная. Птица не улетает, ты куда? О, привет. Ого.
Здравствуй. А ты чего встал? Ну иди сюда. Здравствуй. Возьми мое место. Соль. Так, мне опять надо сделать так же, да? Ну хорошо, пальцами сейчас мы выправим. Пальцы. Хоп. Хоп. Эй, а ты чего лег? Ты чего упал? Зачем? Что такое? О, кровать закрасилась, смотри-ка. А там что за окном? По волосам это похоже на ту девушку, которая погибла, кстати говоря. Вот на вот эту, да, смотрите, у нее также вот тут ровно, а вот тут вот эти вот кудри. И тут ровно, а тут кудри. Да, это очень похоже на нее. Так, состояние спит. Я не сплю, я хожу, вы чего? На осмотр никто не приходит. Дверь закрыта. Может, мне надо, типа, если я сплю, то мне надо лечь спать? Птица. Синица. I was walking in the park. Я гулял по парку. Давай гулять. A woman sat on the bench. Женщина сидела на лавке. For a moment, на мгновение I stopped я остановился, to look at her. Чтобы посмотреть на нее. A bird flew away. Птица улетела. Так, улетела птица. She was drawing, да, это и правда она. Она что-то рисовала. Она положила карандаш. Клади. I asked her, я спросил ее. What are you drawing? Что вы рисуете? She looked down. Она посмотрела вниз. It's a robin. Это малиновка. She said. Сказала она. She moved her hand. Она убрала руку. Смотрите, это мой незаконченный рисунок. Я так красиво начала. Закончить мне не дали. Close the book. И закрыла книжку. Так, вот так закрывается. Роуз. Девушку зовут Роуз? Вы видели, была книга, а внизу Роуз. Ее Роуз зовут. I'm sorry. Извините, она улетела. She stared at me. Она посмотрела на меня. А, типа она рисовала эту птицу, а я ее спугнула, и она улетела. И она не может ее дорисовать теперь. Ясно? No, it's нет. Not. It's all in your head. Все в твоей голове. She closed her eyes. Она закрыла глаза. Оу. Да ладно, это конец. Расти Лейк. Блин, ну они сделали очень прикольную игру, хочу вам сказать. Мне понравилось, не знаю как вам, вы конечно напишите в комментариях, насколько вам понравилась игра, но мне она прям очень понравилась, она хорошая. Вот, я буду с удовольствием ждать еще игры от них, и конечно же с удовольствием буду их проходить на канал. Вот. Ну что же, оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите другие мои прохождения игр. Всем удачи!